Я исполнил одну очень серьезную песню, которую написал Владимир Семенович Высоцкий. И она именно вот об этих ребятах. Это настоящий исторический факт. Это бой произошел во время войны в 43-м году. Дважды герой Советского Союза Скоморохов выполнил свой подвиг, спас своего боевого товарища. В дальнейшем он руководил, командовал Академией имени Гагарина. Поэтому песня для вас и для наших замечательных гостей, ребят. Я вообще-то могу исполнять и без микрофонов, но коль мне предоставили такую возможность, прошу здесь подыграть, если что. Всю войну под завязку я все к дому тянулся, и хотя горячился, воевал деловой. Ну а он торопился, как-то раз не приглянулся, и в войне взад вперед обернулся, за два года всего ничего, не слыхать его пульса, 43-й весны, а я окунулся на военные сны, и гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был лучше, добрее, 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 добрее. Ну а мне повезло, я за пазухой не жил, не пил с Господом чая. Я не впил, не просился, не судьбе под подол. Но мне женщины молча намекали, встречая, если б ты там навеки остался, может, твой бы обратно пришел. Для меня не загадка их печаль, вопрос, тебе тоже не сладко, что у них не сбылось. Мне ответ подвернулся, извините, что цел, а я вот вернулся, глядите, вернулся, вернулся. Напоследок в самолете сгорая, ты живи, ты дотянешь, доносилась сквозь гул. Мы летали под Богом возле самого рая. Он поднялся чуть выше и сел там, но я на земле натянул. Встретил летчика сухо райский аэродром. Он садился на брюхо, но не ползал на нем. Он уснул, не проснулся, он запел, не допел. А я вот вернулся, глядите, вернулся, вернулся. Ну а ваш не спел. Я кругом и навечно виноват перед теми, с кем сегодня встречаться я почел бы за честь. И хотя мы живыми до конца долетели, жжет нас память и мучает совесть тех, у кого она есть. Но тоску пойдет
полосы, и на ней кто разбился, то взлетел навсегда. Ну а я приземлился, а я...